Zombie apocalypse. Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем в игру Minecraft. Я не хочу в эту игру играть, я вообще эту игру не люблю. Я здесь полный нуб, но вы меня просили, многие меня просили, и я никогда не играл в выживание, я только играл в творческом режиме. Я здесь полный нуб, я просто знаю там некоторые вещи создать, как, а остальные все я не знаю, просто не знаю. Вы мне будете подсказывать, ребята. Но я сейчас хочу этот видеоролик закончить и просто пойти и поиграть нормально в FIFA Mobile, в мою любимую игру. А в Майнкрафте играть я просто не буду. Я не хочу быть майнкрафтером каким-то. Ну что же, давайте продолжить игру. Я появился. Вот, у меня уже один блок земли. Это достижение, ребята. О, конь. Ну нам надо, ребята, дерево, как я знаю. Просто я смотрел некоторые видеоролики на Ютубе. Как мои одноклассники там играют, они там крафтят, вот это создают все. Ютуберы там некоторые там, я смотрел, создают вот это все. Там капец, как оно. Все, давайте дерево как-то вот так вот получается добывать нам надо. Я на телефоне играю. Записываю видеоролик, не лагает. Видите, нормально тянет все. Ой, так, давай. Роем. Как камень, то есть какой камень? Дерево. Как дерево висит? Я не понимаю. Оно как-то висит в воздухе. Так, а как нам создать? Я не помню. Я не знаю, как это сделать. А, вот, вроде бы же знаю как-то. Как создать? Как его создать там? Я не знаю. Вот, нашел. Ну? Как вот эти доски делать? А, вот! Вот. Вот, 20 досок у нас есть. А теперь создаем верстак. Где он? Вот он. Да нет, мне один нужен. Я не понимаю. А чё, зачем мне 5 верстаков? Как сделать один? Как сделать один? Верстак. Угу. Сейчас, тихо. Вот, один, все. Вот, да, все, я понял. Вот как раз хорошая поделка, чтобы построить домик. Я знаю, как строить домики, я в творческом строил. Вот, верстак. О, теперь, сейчас, тихо. А мне нужно палки создать. Да что я нажимаю вообще тут такого? Так, а ну, выйди. Мне нужны палки. Давайте еще создадим. А теперь создаем топор. Создаем лопату. Создаем... Хотя мотыка мне не надо. Вот так. И кирку. Ну и... Все. Овечка. О, овечка, это же кровать, как я знаю, да? А ну тихо, иди сюда. О, у меня шерсть появилась. Давайте добывать дерево. Мне нужно дерево. Вот. Мне нужно построить домик свой, ребята. Как бы, да? Ну да. Домик, чтобы это мне монстры не сожрали. Там криперы, какие-то там зомби... Лучники или как их там, стрелки или как их там, скелеты, да. Скелеты, там, кто еще там живет, я не знаю больше никого. А, еще знаю вот этого вот эндермена или как его, или слендермена, я не знаю. Вот этого черного чувака. Я не знаю, кто он, как его зовут, напишите в комментариях, кто вообще фанат этой игры. Но я лично не фанат этой игры, я вообще ее не люблю. Но я решил попробовать для себя эту игру. Все-таки... А ну дайте, доски создам. Сколько там досок? Сколько досок я создал? Ну, а где доски? Где мои доски? Я что-то не понял. А, вот. А, ну давай тогда. Вот, я понял теперь. Давайте палочку еще сюда. Все, и давайте домик строим. А хотя зачем мне доски?
Мне нужно сейчас... Мне нужен камень. Вон камень. Но я думаю, скоро стемнеет, и нужно строить дом. Вот так? Ну, я домики, конечно, строил. Давайте небольшой домик построим. Мне сейчас не нужен тут замок. Мне нужно выжить. Мне самое главное выжить. Ну, в принципе. Давайте еще один поставим. Так, так, так. Давайте небольшой построим, потому что вот все так. Так. Ну да. Ой. Как там его? Вот. Топор. Так. Я вообще тут... Я пока к управлению... Да, какой-то маленький совсем. Ну, в принципе, сойдет. Мне нужен маленький домик. Вот, двери, кстати, поставим. Давайте. Нет, давайте один. Я хочу двойные двери. А я не знаю, как двери делаются. Ну, хорошо, что в обновлении там каком-то, я знаю, вышел, типа, справочник какой-то. Вот это, где сами показывается, что можно построить. Так, а где... Вместо палки сейчас. Это типа мой инвентарь, да, вот там? Это мой инвентарь, да, и тут поставим. Так. И теперь стены. И двери надо построить. Вот так, и давайте вот эти стенки. Поставим. Вот так вот, отлично. Я пока не строю. Только я сейчас настроюсь, что придет ночь, и меня сожрут. Эти зомбари, эти скелеты убьют там. Ну, я пока мест так себе, конечно, играю. Так, нет, давайте еще пойдем добывать. Да уже скоро темнеет, ребята. О, уже темнеет. А мне это не нравится. Ладно. Давайте дерево. Мне нужны стены и двери. Мне срочно нужны стены и двери. И кровать. Ну да, чтобы ночевать, типа. Так, давай двери. Ой, какие двери? Доски добываем. Так, давай. Вот дерево, еще одно. Я не буду сильно много играть в этот Майнкрафт. Я для вас, ребята, играю просто. Я не люблю эту игру. Так, давай ты выскочи уже. Так, как тебе? Давай выходи, ты застрял. Что такое? Отстань ты! Чё она? Вот, наконец-то. Я, конечно... Да что она так... Что это такое? Я не понимаю, чё я когда... Я навожу на что-то? Это я не... Я тебя не просил. Что она долбится у меня всё? Я вообще что-то не понимаю. Да уберись ты! Уберись! Как его убрать? Так, нет, нет, мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Что такое? Что это такое? Только что произошло. У меня что-то... Только что игра сама что-то там... Вот, все, настала пора, когда мне капец сейчас будет. Ой, темно. Это кто? Кто там прямо? Ух, нет. Нет, 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 давайте сейчас быстренько доски, доски. Вот доски. Ну все, доски, давай застраиваемся. Я не знаю. Вот. И вот. Ну, а двери? Двери, быстро двери. Вот наши двери. Зачем мне три двери? Я не понимаю. Вот так, давай сейчас поставим. Вот так. Или давайте, знаете, как поставим? Сейчас. Мне это не нравится все. Надо сейчас, ребята, не сидеть тут в домике. Там прямо лучник. Нет. Нужно ты мне. Не нужно ты мне так. Не, дайте. Все, я сделал.
Деревянный топор. Что мне сделать? Я ничего не могу сделать. Мне нужно просто сейчас взять и пойти вон туда камень долбить. Долбить камень. Чтобы создать уже печку хотя бы. Ну это я все знаю. Все, вот эту печку, создать вот это каменное, там каменное, и все. Я больше ничего не знаю. Ой. Кажется, к нам гости идут. У меня уровень сложности нормальный. Так что они все равно должны нападать на меня. Это только первая серия приключения нубика в Майнкрафте, да. Ну, давайте... Это, короче, я... Я смотрю на этого скелета, и он на меня тут-то внимания не обращает. Короче... Вам видно, да? Все видно. Потому что мне так себе, конечно. Ну, темно. Уголь надо. Надо шахту найти. Вот, вспомни, нам нужна шахта. Нам нужен металл. Это все, что я смотрел в Ютубе. Потому что у меня вообще... Сейчас по нам будут стрелять, что-то мне так кажется. Но я не боюсь, что меня убьют. Все равно я тут нуб. Я не люблю здесь играть. Я не люблю Майнкрафт. Но все-таки я хочу для вас поиграть, чтобы вы увидели, что я полный нуб. Нуб. Не, ну я все равно продолжать буду играть, чтобы было там весело так-то. Так, мне ничего не видно уже. Мне уже становится видно совсем чуть-чуть. И, в принципе, нам этого хватит, не знаю. Пока месте кирка уже... Там уже скоро будет ломаться. Ну, ой, я двери забыл закрыть. Ну ладно, я не хочу. Давайте, короче, будем дальше копать вот так. Может, докопаемся. Ой, я ничего не вижу. А, нет, там еще видно камень. Или яркость на телефоне сделать побольше, не знаю. Там, ладно, не буду. Нормально мне видно. Что-то на меня никто не нападает. Странно. Потому что у меня уровень сложности нормальный. Но это же не легко. Это же не мирно. Ну, я не выбирал. Сложность там сложно. О, это что? Я не знаю. А ну, тихо. Это булыжники, так понимаю. А это что? Это что? Диорит какой-то. Да не, мне зачем создание? Мне нужен... Это что? Это андезит что-то? Я что-то ничего не понимаю здесь. Давайте в бок покопаем. Сколько вообще уже видео? И 13 минут уже. За 13 минут я, в принципе, сделал так себе жилишку там. Давайте попробуем... Я пока не хочу идти без брони, без ничего на вот этих вот монстров. Да, броню надо сделать. Жаль, что нельзя делать каменную броню. Надо железо искать. А где шахту найти? Я что, так буду копать? Я не буду так копать. Вы что, издеваетесь? Я если буду так копать, то это будет уже где-то 50 минут. Или час. Ну, так короче, мне пока не хватит, чтобы сделать... Каменные вот эти вот все штуки там. А как сундук сделать? Как сундук сделать? Печку-то я знаю, как сделать. О, там какой-то паук. А ну тихо. Надо же все-таки меч испытать. Что я? Паук? Паучара, привет. А ты мирный? Нет, по твоему лицу видно, что ты не мирный. Ой, как... Как я его с одного удара убил? А это что? Это шахта, нет? Нет. Нет! Что? Что вы видели? Там был... Нет, валим быстренько. Быстренько валим, нет. Там был какой-то скелет или кто это? Или это зомби, я не знаю. В золотой броне, да? Я что-то не понимаю. Что я могу вообще создать? Во!
Я смогу... А, вот печку мне надо. Одну печку. И мне надо... О, сундук. Давай. А, один сундук у меня. Кровать нужна. Он тихо, дай сейчас я... Вот сюда, все, я разобрался уже. Как менять тут что-то? Вот. Вот, вот это классно, мне вот уже это нравится. Так, мне нужно дерево. О, уже рассвет скоро будет. А вон паук лезет. Ладно, жаль, что у меня лука нету. Надо искать шахту, ребята. Надо реально искать шахту. Только давайте сначала поставим вот сундучок здесь, при входе. А печечку поставим, давайте, вот здесь. А вот здесь будет кровать. Нормально, в принципе, я так придумал. О, давайте доски. Я знаю, что можно за топливо доски и пожарим мясо. Во! Все, о, светло стало, классно. Хотя бы светло уже. Так, нет, давайте двери. Давайте сейчас двери вот эти вот в сундук туда отправим. Вот там что там. Вот это вот, зачем мне оно? Камень мне нужен, земля, земля. Не надо мне. Ну вот так вот. О, хотя бы светло стало, ребят, реально. Что-то у меня двери как-то... что-то темно уже. Ладно. Ну, короче, давайте сейчас зарубать дерево. И мне нужны палочки создать. А, из палочек, выручалочек. Так. Да, из палок создам потом. У меня же камень есть. Есть булыжники. То я создам... О, уже расцвет, классно. Ночку мы переночевали, первую. За всю историю моего Майнкрафта. Я никогда в выживание не играл. Я только в творческом играл. Я пробовал в выживание играть. Но как я тогда играл, если я ничего даже не знаю, как создать верстак. Я вообще ничего не знал. Меня там убил скелет, и все. Я вышел из игры и удалил Майнкрафт. О, кстати, что это за... Что? В смысле? Что за... Что это за дуб такой? Так, не, давайте достраивать. Потому что мне это что-то не нравится, этот домик. Что это за дуб такой вообще? Без коры. Что это такое? Какой это дуб? Да я не понимаю. Ладно, давай тогда палки. Ну, палки. А, вот так же надо. Я забыл уже палки. А, нам надо доски сначала создать. Что я вообще... Давайте доски. А из этого зачем нам вот это надо? Я что-то не понимаю. Вот еще доску давай. Вот. Теперь палки. Где палки у нас? Давай 9 штук хватит. Ой, наконец-то. Теперь я могу меч создать. Теперь я могу лопату создать. Теперь я могу топор создать. Теперь я могу кирку создать. И все. А вот это вот все я отправлю... Вот сюда, вот это вот туда, вот это вот туда, вот это вот туда. И вот это вот туда. Вот так вот. Класс. И давайте сюда все поставим. Или это не надо? Это... А, это вообще мне надо. Не надо было так. Нет, давайте выйти и достроить свой дом мне надо. Свой недодом, да. Недодомчик. Недодом я сейчас создам, то есть дострою. Вот, давайте сейчас вот так. Не, давайте вот тут вот какую-то халтуру вот эту вот залепим. И погнали строить дом. Да, это дом. Как, что вы думаете? Это дом такой у меня. Хотя лучше было пока мы, знаете, что сделать? Давайте построим пока мы тут еще. На всякий случай. О, мне нужны овечки, ребят, чтобы переночевать... Следующую ночь. Вот, все закончилось. И погнали искать корова. А где мое мясо, кстати? Где мой дом вообще? А, вот он. Я вообще потерялся уже. А где... А, где мое мясо? Оно в печке, кстати. Да ну, выйди ты. Вот. Вот.
Получили опыт? Вы что, вообще? Опыт получили? Мы уже с вами вообще первого уровня. Да. Коровки, цыпленки. Может, шахту найдем? Если шахту найдем, это будет круто. Вау. Кстати, сюда можно пойти. Вот сюда, прямо. Вау. Мне... Ой, я ударился. Мне это нравится, но... Ой, нет, там глубоко, так. Едим. И как есть? Как кушать? Как есть? Вы мне объясните, как кушать? Я не могу есть. Уголь нашел. Мне нужны факела, ребята, чтобы полезть в эту пещеру. Вот, добываем. Уголек. Железо. Да вы что, серьезно? Я железо нашел. Я увидел его. Я знаю, что это железо. Вы знаете, я смотрел видео, да я его вот и все и знаю. Такого нуба, как я, смотрел, там ютубера какого-то. Такой же нубик был, как я. И я увидел все. Вау, кстати, хорошо. Мы сейчас можем создать уже с вами что-то железное. Тут какая-то водичка. Ну ладно, давайте отсюда убегать лучше. Надо мне еще угля, чтобы разжигать мою печку, чтобы светло хотя бы было в доме, не до дома. Думаю, хватит мне пока мести. Мне хватит пока мести угля, я думаю. Так, давай. Да, выйди ты. А у меня автопрыжок включен, то он должен сам как бы выпрыгивать. О, давайте песок добудем, и мы сможем с вами сделать... Блин, что я... Я вход в шахту затопил. А, нет! Помогите мне выбраться, я испортил шахту. Давай, ты выпрыгивай. Где мне песок взять? Хватит пока мести... Вот. А теперь давайте... Давайте найдем овечку хотя бы какую-то. Ой, извините, ребята, я уже долго снимаю, в принципе. Давайте домой пойдем. Овечка. Вижу овечку. Чтобы она не убежала, нужно ее сейчас быстренько убить. Да? Да, привет. Привет. О, спасибо за шерсть. Где еще овечка? Мне нужна овечка. Овечка. Где водятся овечки? Я нашел одну, но этого не хватит. Мне нужна еще одна, да? Три шерсти вроде бы. Где овечки? Вон, давайте туда пойдем. Где овечки? Я вас что-то не вижу. Ребята, первая серия у нас уже проходит к концу. Вон, кстати, кого-то вижу. Вон там. А, это же этот, который... Он на меня смотрел. Ладно. А ну, выплывай. Давай. Опа-па. А чё он в меня не стреляет? У него что, стрел нету? Иди сюда. Ну, давай ты. Я тебя хочу ударить сейчас. Ай, он в меня стреляет! Что? Дай я сейчас выберусь. Так как отсюда выплыть?
Да, я выплыву отсюда, я не знаю, как выбраться. Что вы вообще себе представляете? Короче, я оставлю его пока вместе. И пойду в домик и буду сидеть, ребята, потому что мне это все не очень нравится. Давайте закинем, ребята. Вот так вот. Теперь давайте же достроим дом. Хотя давайте его достроим уже в следующем видео, ребята. А если тебе понравился этот видеоролик, то знаешь, что поставить нужно лайк. Антон, я покушать могу? Как его кушать? Я не понимаю. Как кушать? Я не понимаю, как есть. Или я не хочу просто есть. А ну дайте, я пойду сейчас и какое-то сердечко себе там... как мне сделать? Да короче, ладно. Наверное, есть нужно, когда хочешь кушать, когда вот эти вот куриные ножки, которые вверху, будут меньше их будет. Да. Давайте сейчас закинем в печку, там пойдем что-то. Вот. Уголь. Сюда ж уголь нужен. Давайте туда поставим там уголь. А сюда поставим железо. Вот. И пошло железо. И мы, ребята, продолжим в следующем видеоролике строить нашу кровать. У меня сейчас есть там все остальное. И продолжение Нубика меня. Денплея продолжается. Так что поставь лайк и подпишись на канал. И жди новых видео по Майнкрафту. Конечно, я это не хочу, чтобы это было. Потому что я буду там нубить, и я не очень люблю играть. Я не буду играть, ребята. Я вообще не хочу играть. Я сейчас лучше пойду и поиграю в Мобайл. Так что, да. Ну, короче, ребята, все. Всем удачи и всем пока.